Я думаю, что каждый руководитель школы, любого подразделения, университета считает, что его школа, его организация самая лучшая в мире. И, конечно, я не исключение. Мне, как директору, кажется, что IT-лицей уникален, и таких школ нет ни в мире, ни в России, ни в мире. Но если говорить по делу, то важно, конечно, что это лицей-интернат. Важна инфраструктура, то, что мы находимся на территории деревни Универсиады. Это очень современный комплекс с современными общежитиями, в которых жили и спортсмены на Универсиаде, и на чемпионате мира по водным видам спорта, и будут вот по футболу тоже. То есть это все очень серьезные условия. На самом деле условия у многих детей даже лучше, чем дома. Это, конечно, я пока начну с бытовых вещей, да, это и питание, и доступность интерната, то, что в шаговой доступности по переходу перешел, и уже ты на учебе, то есть буквально через 3 минуты проснулся, зарядка, какие-то гигиенические процедуры, ты можешь дойти до учебы. Нахождение в городе, то, что мы все-таки близко от университета, конечно, одно из основных преимуществ – это то, что ребята могут посещать топовые лаборатории университета, наши ведущие факультеты и институты. Плюс к этому, это то, что касается бытовых каких-то инфраструктурных вещей. Следующее – это, конечно, очень качественный педагогический персонал. Наши учителя, которые являются, многие из них, сотрудниками университета, то есть различных институтов университета. Мы все сотрудники университета, но они являются сотрудниками различных институтов и очень доносят как бы современные знания, топовые, до наших школьников, до наших студентов. Возможность детям прикоснуться к технологиям. Очень серьезная база в плане IT-индустрии, это и 3D-принтеры, и всевозможные там, робототехнические наборы, наборы Arduino. То есть это такая инженерия современная, к которой можно прикоснуться. И, конечно, огромное количество компьютеров, ноутбуков, которые используются именно в программировании. Кабинет Samsung, то есть это, если мы закончим про инфраструктуру, про учителей тоже сказал, это очень приятный и профессионал своего дела. У нас интересный очень сплав в коллективе сложился. Коллеги, как и опытные, которые начинали свою деятельность еще в советское время, советская педагогическая школа, и молодые коллеги, которые только недавно пришли в школу и вот, ну, там, 3-4-5 лет работают в школе. И вот этот сплав, он очень хорошо работает, потому что мы, молодежь, очень многому учимся у взрослых коллег, и в то же время я думаю, что что-то даем им. И, кстати, не факт, что кто-то говорит, что от молодежи идет драйв, от опытных там знания. Не всегда. Иногда бывает, что и опытный коллега настолько драйвовый, настолько энергичный, что это очень, очень хорошо влияет на учебный процесс. И, на мой взгляд, самое важное, что есть у нас в лицее, это среда детей. Среда детей, которые у нас учатся. У нас конкурсный отбор, и действительно, каждый ребенок, который у нас учится, он особенный. И по отдельности, и все вместе тем более. Ну, вот, допустим, я сам учитель математики, и очень колоссальный эффект сыграло то, что вечерами ребята делают вместе уроки. То есть они друг другу помогают, обсуждают вот эти вещи. И вот эта среда, в которой они постоянно находятся, такая интеллектуально развитая, в которой здорово, когда ты хорошо учишься, здорово, когда ты выигрываешь олимпиады, здорово, когда ты побеждаешь на каких-то конференциях. И вот эти успехи ценятся среди детей. Они искренне хлопают, искренне радуются успехам других лицеистов, когда мы на линейке награждаем наших олимпиадников. И вот эта постоянная мотивация у нас, у взрослых, не всегда такое есть. Если бы мы постоянно находились в атмосфере здоровой конкуренции, и в то же время нам постоянно помогали наши коллеги, было бы гораздо проще и интересней. У нас немножко по-другому, а вот у детей очень-очень здорово, мне это нравится. В нашем лицее собираются действительно лучшие дети из своих школ. И, что важно, они не только из Республики Татарстан, но и из Российской Федерации. У нас порядка 100 детей из Казани. Всего 300 детей учатся в лицее. 100 детей из Республики Татарстан, то есть это исключая Казань, да, ближайшие районы есть. И удаленные, например, есть был школьник из Урусу. Он в прошлом году закончил, поступил в университет, и 100 детей, они из-за пределов Республики Татарстан.
Это и Сургут, и ближайшие республики. В прошлом году, последний год, к нам поступил школьник из Якутии. Очень интересная история. К нам приезжали директора школ из Якутии, делегация и начальники управления образования. И мы проводили для них лекцию, как семинары, выступления. И я пригласил всех победителей призеров Олимпиад к нам поступать. Но обычно директора жадные до талантов, скажу так. Они не хотят, чтобы их дети поступали куда-то в другое место, чтобы они учились в той школе, в которой они выросли. И я очень удивлен был, когда в мае ко мне на почту написал, я раздал всем визитки, мне на почту написала письмо мама ученика из Якутии, что прошу зачислить нас вне конкурса, потому что мы там являемся призером и победителем Олимпиад. Действительно, дети могут быть зачислены вне конкурса к нам, если они являются призерами Олимпиад, которые являются профильными для нас. Это информатика, математика, география, химия, биология, подобные предметы. Я посмотрел, этот школьник, учась в 8 классе в прошлом году, стал победителем Олимпиады во всей Якутии с 9 по 11 класс по информатике. То есть он, лучший школьник по Олимпиаде по информатике за прошлый год был в Якутии с 9 по 11 класс. И в этом случае я пишу ходатайство в университет, чтобы его приняли уже вне конкурса. И действительно, школьника приняли, и вот у нас сейчас учится школьник из Якутии. В этом году он уже прошел, то есть у нас прошел сейчас муниципальный этап Олимпиад, он, конечно, стал призером, сейчас прошел на республиканский региональный этап, и вот сейчас, буквально через неделю, будет уже региональный этап, и будем смотреть, как он там выступит. То есть и вот так дети к нам приходят. То есть у нас работает сарафанное радио. Сарафанное радио, дети к нам приходят. Тут на фоне этого возникает определенная проблема. В своих школах эти ребята обычно были самыми лучшими. Самыми лучшими. Они, мы все прекрасно понимаем, о ком речь. Дети, которые не затрачивают определенных усилий для учебы. Не всегда делают домашние задания. Не в том плане, что они специально не делают, потому что им это позволено. Да, в некоторых школах это позволено. А здесь они приходят, вот у нас в классе 12 человек, они все 12, они все лидеры, все лучшие в своих школах. И с точки зрения психологического, психического привыкания это очень тяжело. Для них. Это семиклассники, это маленькие дети. И плюс к этому накладывается то, что они уезжают из дома. Уезжают из дома в интернат. У нас обязательно дети должны жить 6 дней в неделю. Только на выходные мы отпускаем детей домой. Только на выходные отпускаем. Одна суббота в месяц у нас выходная. Ребята ездят домой, а уроки распределены по другим трем субботам. Но эту проблему мы решаем. У нас в каждом классе есть классный руководитель и воспитатель. Они вот эти психологические проблемы обязательно решают. Есть психолог, есть социальный педагог в штате. Это, конечно, все решается. И за последний год именно по причине вот этого дискомфорта в плане обучения, да, дискомфорта в плане семьи, всего несколько человек от нас ушли обратно в свою школу, прежде всего потому, что им не подошел интернат. Вот именно условия жизни в интернате, условия жизни без семьи, без мамы. Кто-то не готов уехать из дома. Но это ничего страшного, потому что другие дети учатся с удовольствием, и у нас были такие ситуации, что дети в выходные не хотели уезжать домой. То есть они остаются в интернате, не хотят ехать домой. И с точки зрения директора школы, с точки зрения, наверное, родителей любого ребенка, да, кем станет его сын, его дочь, и какое будущее его ждет. На самом деле, на этот вопрос, наверное, никто ответить не может точно, да, кроме Всевышнего или судьбы, кто как это называет. Но я скажу вот так. Согласен полностью, что будущее без IT невозможно. Сейчас IT везде, и даже кондуктор, который ездит в маршрутке, у него есть такой прибор, валидатор называется, и он считывает какие-то показания с наших транспортных карт, и он в этом разбирается. Он разбирается в IT. Специфическом, но он разбирается. Я в нем не разберусь, да, сходу мне его дашь, я не пойму, куда нажимать. И я уверен, что в будущем в любой сфере, в любой, фармацевтика, медицина, химия, ракетостроение, транспортная какая-то, дизайнерские услуги, журналистика, даже печатание, поэты, писатели, им всем пригодится IT в той или иной мере. Работа с базой данных и прочее. И то количество уроков информатики, кружков в IT-направлении, которые у нас есть, в итоге каждый ребенок, он, конечно, он не специалист в IT. Но специалисты с большой буквы, да, которых мы называем, которые работают в Яндекс, в Google, в серьезных разрабатывающих компаниях. Но он владеет навыками, что он может в любой среде подстроиться, понять довольно быстро вот эти программные продукты, самому их программировать, самому внедрять и менять что-то.
Это я говорю про общий настрой, то есть вот эти все навыки, которые дети приобретают, им очень сильно пригодятся. Первое – это навыки инженерии, собирать что-то руками. Ну, какого-то робота собрал ты, конструктор, и потом в него вдохнуть IT-жизнь, то есть запрограммировать, чтобы он катался по определенной схеме, собирал какие-то кубики красные и белые. Это все делается в какой-то программной среде. И это в любом виде пригодится. Ну, мы понимаем, да, вот сейчас каждый, может быть, кто слушает, со своей работой сравнивает, и ему бы хотелось, чтобы человек, который разбирается с программированием, с IT немного, ну, ему там построил какие-то процессы или еще что-то, помог в построении. Это с точки зрения мозгов. Теперь по поводу выбора. У нас уже в 10 классе, вообще в 9 классе уже получается, дети делают выбор профиля, которым они будут обучаться. Потому что, чтобы поступить к нам в 10 класс, ребята должны сдать профильный экзамен. Хочешь в химбио, химию или биологию. Хочешь в физмат-класс, сдаешь физику. Хочешь в информационно-технологический, сдаешь информатику и так далее. То есть ты уже выбираешь тот класс, в котором ты будешь учиться. Ну, допустим, ты выбрал физмат-профиль. Там 10 уроков математики в неделю и 7 уроков физики в неделю. То есть, а выбрал ты другой класс, там уже будет, допустим, физики будет 4 урока в неделю или 3. То есть ты вот в этом 10 классе выбираешь, это вообще полезно будет всем родителям с точки зрения, ну, там, как в 10 классе куда-то своих детей устраивать, как, в какой класс именно. И ты уже готовишься и к ЕГЭ в том числе, и к своей будущей профессии, потому что если ты будешь физиком, а учишь биологию, а физику не в ущерб физике, конечно, это тебе не очень хорошо. Если ты дополнительно учишь физику, то это круто, дополнительно учишь биологию. Теперь по анализу поступления выпускников. У нас был один выпуск. В основном они поступили к нам в университет. Один школьник поступил на филологический факультет, институт филологии, и он планирует быть учителем русского языка и литературы. То есть вот это как бы исключение из правил. Их всего было 54 выпускника, то есть остальные 53 в любом случае поступили в направление, связанное с математикой. Прежде всего с математикой. Информатика без математики никуда. Несколько ребят на экономическое направление. Биологи, химики, физики. Основной выбор ребят – это, конечно, высшая школа информационных технологий и институт математики и механики. А также институт вычислительной математики и информационных технологий. В ИТИСе почти целая группа состоит из наших лицеистов, которые поступили именно из лицея в этот институт. Вообще у нас довольно строго. И день лицеиста расписан по минутам. Это делается для того, чтобы максимально использовать площади, которые у нас в лицее имеются. То есть, к примеру, у нас один спортзал большой, один тренажерный зал, и там одна площадка, чтобы играть в шахматы, одна площадка, чтобы играть в настольный теннис. Ну, они разбросаны могут быть, да, ставят для настольного тенниса, но суть такая. И мы максимально распределяем таким образом время, чтобы эти площадки были задействованы максимальное время. То есть дети, некоторые идут играть в футбол, некоторые идут в настольный теннис, некоторые в шахматы. Кстати, это идея Ильшата Равкатовича, чтобы мы включили в распорядок дня шахматы. И действительно, вот 2 года назад он нам об этом сказал, предложил, и мы, конечно, это с удовольствием восприняли. И дети в распорядке дня играют в шахматы. Это именно как обязательное условие. Насколько я знаю, в некоторых других странах даже есть такой опыт, в школьную программу, в уроке внедряется вот этот урок. Но мне кажется, интересней то, что вот именно во внеурочное время, в вечернее время, они уже в свободной обстановке, спокойно играют в шахматы и учатся. У нас есть преподаватель, который их тоже обучает. За территорию лицея они без сопровождения взрослых, либо это должен быть сотрудник лицея, либо это должен быть родитель или доверенное лицо, которое за ним приезжает, они не выходят. Это из соображений безопасности и порядка. Вообще, на самом деле, ну, я анализировал ситуацию, и не во всех интернатах подобная система. Где-то отпускают самостоятельно детей, где-то не отпускают. Но моя личная позиция – лучше строго, и родители, слава богу, меня поддерживают, родители детей, потому что у нас и на педсовете это решение обсуждалось, и на родительском комитете, чтобы все было строго, и что только родители, законные представители могут забирать по доверенности. Потому что даже иногда бывают ситуации, что внутри семьи, ну, муж с женой, какие-то бывают проблемы, и, допустим, жена запрещает мужу забирать ребенка, и наоборот. То есть даже так бывает. А я уже не говорю про таких посторонних людей, как дядя, тетя, там, или бабушка, дедушка и прочее. Сейчас девочки в лицее учатся. Их порядка 20, пока их мало. Это никак не связано с их ограничением при поступлении. Они поступают на общих основаниях, сдают вместе с мальчиками. Ну, я даже не буду их... Общий прием, общие баллы. Кто прошел, кто поступил, конкурс отбора в 3 этапа. И девочки к нам поступают.
У нас есть воспитатели девушки, женщины, которые... Вот ночное дежурство у нас есть воспитатели, где девочки, соответственно, дежурят у нас только женщины и девушки, чтобы никаких каких-то нареканий не было. А все остальное, просто они живут на разных этажах, и там, ну, проблем никаких не возникает. Первый выпуск был 54 человека, 24 из них поступило в университет. Ну, примерно половина. Примерно половина. Какие преимущества еще дает лицей? Это довольно серьезный уровень знаний и высокие баллы ЕГЭ, которые дети набирают. Но в университет в определенные институты поступить довольно тяжело. То есть это не всегда бывает, потому что они хотят уехать в Москву или в Питер, а некоторые хотят поступить в университет, но может не хватить баллов. Такую ситуацию тоже надо рассматривать, потому что это дети, и набрать там 297 баллов, чтобы куда-то поступить на бюджет, это довольно тяжело. Ну, тяжело. Это экзамен, это стресс и прочее. Но я скажу, что мы вообще в десятке лучших школ Республики Татарстан по результатам года, поэтому сомнений по результатам ЕГЭ не может быть среди наших детей. К нам можно поступить в 7, в 8, в 9, в 10 классы. Поступить легче всего в 7 класс, потому что набор самый большой. Порядка 50 детей мы набираем в 7 класс каждый год. А в старшие классы уже до 20. 20, 10, в зависимости от параллели, там, от вакантных мест, от открывшихся классов. Просто из-за конкурса. И у нас общий прием к нам и в наше братское подразделение лицей Лобачевского Казанского федерального университета. То есть ребята пишут одни и те же экзамены в одних и тех же аудиториях. То есть все у нас общий прием. И приемом занимается комиссия, которая сидит в главном здании университета. То есть мы с Еленой Германовной не занимаемся приемом. Что нужно сдавать? Первый этап – это нужно весной. Не забыть зарегистрироваться на сайте Абитуриент КФУ. Там очень четкий порядок действий, что нужно сделать, куда нажать, куда тебе придет письмо на почту. После этого нужно пройти определенную процедуру и зарегистрироваться именно на прием в лицее КФУ. Еще раз говорю, там все на сайтах очень подробно указано, как это сделать. Ты все это прошел, и онлайн-тестирование. Это русский, математика, логика. В старших классах добавляется физика. Онлайн-тестирование дети пишут дома. И, конечно, мы не контролируем, кто им помогает, как они это пишут. Они пишут дома. Но тоже хочу обратиться к тем ребятам и родителям, которые дома, может быть, пытаются помочь детям, да, написать этот тест. Это делается прежде всего, чтобы отсеять тех ребят, которые точно не справятся с очным этапом. На очный этап же нужно приезжать. Некоторые приезжают из других городов. И это даже делается... Мы понимаем, что отследить... Честность этого, это невозможно, да, именно поэтому он онлайн-этап дома пишется. Но в то же время это делать для того, что кто живет там в Альметьевске, которому надо на каждый экзамен 5 часов туда, 5 часов обратно ехать на автобусе, чтобы он просто не приезжал, если у него не получается. Это такая стандартная контрольная работа по школьной программе, онлайн-этап. После этого проходит уже очный этап, тоже русский, математика, логика. В 7 класс при поступлении, а в старший класс добавляется физика. А если ты поступаешь в 10-й, в профильный, там можно сдавать еще информатику на выбор. Здесь экзамены уже тоже серьезные. Они все рассчитаны на школьную программу. Все рассчитаны на школьную программу, но задания не такие, которые решают в школе, потому что в школе решает все-таки принято... Я сам учитель математики. Ну, вот вы квадратное уравнение проходите в 8 классе, вы решаете 1000 одинаковых квадратных уравнений. Реально 1000. И это уже все в подкорке сидит и прочее. Если вам, а кому-то поменять там местами два коэффициента или еще что-то, то для некоторых эта задача становится уже невозможной, потому что задача нестандартная, кажется. Но она полностью рассчитана на школьную программу. Есть и олимпиадные задачи, которые повышены уровень сложности, но это делается для того, чтобы отбирать как раз-таки вот детей к нам в лицей. И третий этап – это собеседование. Сразу хочу сказать, что собеседование – это неформальный этап. Его провожу лично я. И задаю разные вопросы, тоже из школьной программы, очень простые. Обычно собеседование проходит 99% поступивших, абитуриентов, но кто-то не проходит собеседование. Такое бывает. Такое бывает. Сейчас почти 300, но я уже говорил, 100 из Казани, 100 из республики, 100 из-за пределов. Если быть точным, 293. Ну, проектная мощность лицея 360.
На следующий год немножко больше, может быть, школьников будет, может, немножко меньше. Но вот пока 300. Огромная у нас работа ведется и по лего-робототехнике, и по тетрикс-робототехнике. Сейчас мы начинаем работу с андроидной робототехникой. Это тоже очень интересная история. И я думаю, уже сейчас есть успехи. Ребята участвуют и в российских соревнованиях по робототехнике. К сожалению, в этом году мы не прошли на соревнования, которые были в Индии, по робототехнике, на мировые соревнования. Но на следующий год ребята прям загорелись, очень хотят. Причем, что интересно, у нас основной костяк команды – это восьмиклассники, то есть они один год только занимались робототехникой, и летом вот были всероссийские соревнования как раз-таки. В этом году уже будет два года, я думаю, они, надеюсь, очень пробьются, то, что в российскую команду и поедут на мировой чемпионат по робототехнике. Нам, с одной стороны, очень повезло, а с другой стороны, не очень повезло. У нас очень часто бывают гости. Причем гости различного уровня, начиная с моих коллег-учителей, которые приезжают со всей страны, как я уже говорил, и заканчивая международными гостями. Недавно у нас был бывший министр образования и науки Дмитрий Ливанов. В свое время был Шувалов у нас в гостях. Несколько раз у нас был президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич в гостях. И что мы обычно показываем? Мы показываем... помимо инфраструктуры, помимо каких-то уроков, наши вот особенности, по-моему, я не сказал, по поводу кабинета Samsung. У нас очень интересная есть база, которая открыта не во многих школах мира. Это Samsung Junior Software School. Это кабинет, который полностью оборудован компанией Samsung. Компания Samsung дополнительно платит заработную плату учителям, которые работают в этом кабинете, и ведут вот эту программу. В чем суть программы? 6 модулей обучения по программированию, и ребята в конце уже могут делать приложение, реальный продукт программный под Android, то есть под приложение для планшетов или для телефонов Samsung, и завершает свой проект. И в конце получают сертификат о том, что они этот курс закончили. В некоторые вузы страны этот сертификат дает плюс 2 дополнительных балла при поступлении. Это такая уникальная история. В свое время ее открывал и министр образования и науки Республики Татарстан, и наш президент, и ректор участвовали в подписании вот этих документов. Это очень здорово, что именно на базе IT-лицея этот кабинет появился. У нас очень современное оборудование по физике, по химии, очень хорошие кабинеты. И именно лабораторный комплекс, он может поспорить даже с некоторыми вузовскими аудиториями, с некоторыми вузовскими лабораториями.